Эти соревнования проходят в Череповце уже несколько лет. Количество участников постоянно растет. В основном это воспитанники городской программы «Школа мяча», которая работает уже в большинстве дошкольных учреждений города, а также в школах. Команд так много, что приходится в течение нескольких недель проводить предварительные этапы чемпионата. Всего около 500 участников. В финал выходят 12 самых подготовленных команд. Конкуренция очень большая, а потому и подготовка к соревнованиям соответствующая. Дети одаренные. Остальное работа каждодневная. Два раза в неделю полгода, а затем каждый день при подготовке уже к финалу. Финальные соревнования собирают на трибунах большое количество болельщиков. Более искренних и эмоциональных поклонников команд, чем родители детей, конечно, не найти. На площадках тоже кипят страсти. После группового этапа – плей-офф. В игре за третье место 38-й детский сад празднует успех. В финале сошлись два фаворита. Чемпион трех последних чемпионатов – сад номер 127 и команда сада номер 124. Последнюю вела за собой самый грозный нападающий чемпионата – Арина Исаева. Я сама удивилась, когда я сделала первый резанный. Такая хорошая подготовка у нас от тренера. Он нас везде водил, во все волейбольные центры. К нам тренер приходил. Судьбу чемпионства решил розыгрыш при счете 14-13. Команда сада номер 124 выиграла победный мяч к восторгу своего сектора поддержки. Такие соревнования для многих детей – первые шаги в спорте. Поэтому медали ребятам вручали игроки волейбольной команды «Северянка-2», которые сами уже являются чемпионками соревнований высокого уровня. А детсадовцев в новом учебном году ждут уже в спортивных школах города. Владимир Сентябрев, новости.